вот говно. Ух ты, блин. Льды. Нажмите удерживатель В. Так, знаете, что мне хочется нажать и удерживать? Возможно, наушники стоит на зарядку поставить. Ну или... Или потом паузу нажмем. Ух ты, где-то я такой знак видел. Блэк Меса. Ёпта, это она. Из личных записей доктора Вероники. Франкенштейн или современный Прометей. Мэри Шелли. Анонимно опубликован в 1818 году. Да, Мэри Шелли, женщина, да, его написала? Так, о человек, вскричал я, как невежествен ты в гордыне мудрости своей, остановись, ибо не знаешь ты, о чем говоришь. Я покинул дом, чувствуя беспокойство и гнев, и удалился поразмышлять о некоем ином способе действий. Вау, помню, Фриман тут какую-то кнопку нажал, тебя подставил. Мерков Корпорейшн. Вау, зачем эта штука сделана? Это чертовски странно. И не до конца. Ну, это бред какой-то. Мега бессмысленная хрень. Здесь могли бы дверь какую-то сделать. Я там понимаю, клапан какой-то. Кишочки. Кто же это вас всех так раскидал? Этот бугай? Кстати, у меня двух пальцев не хватает. А что, если у тебя отрезать пальцы и мне пришить их? Цветок не пострадал. Вау. Идет сохранение. Конечно, сохранение. Так сейчас какой-то говнюк как выскочит. Призрак, чувак, ты слышишь? Это призраки, блин. Блок A, точно Half-Life. А когда свет выключится, кером? О, побежит ли на меня кто-нибудь оттуда? Аль не побежит. Дверь? Нет, это не дверь. Так, пора кому-то нападать. И это не дверь. О, чё? Где же хэдкрабы-то, а? Блин, что тут происходило? Не помню, чтобы они такое творили зомби в Half-Life. Не, это точно не Half-Life. Там двери не такие были, они все с кнопкой были. И звук у них был такой специфический. Чего, ни батареек, ни записок, ничего? Ну, может, здесь Т-вирус сделали? Точно, может, это Umbrella Corp? Ух, такие следы. Какая примитивная, блин, это все угловатая игра, а? Все такое, блин, квадратное. Morin Solutions, окей. Блин, да тут столько медицинского оборудования, я уверен, что... Они взрываются, походу, эти человеки, точно. Я уверен, что руку бы я здесь пришил. Но смотрите, как хитро они взорвались. Плинтус, который здесь типа прибитый, или что это за плинтус такой? Он не вымазывается. Ммм. Нанотехнологии. Наногелем он покрыт отталкивающим жидкость. Кажется, у них раковина забилась. Че, ничего, просто комната и все? Пациент 1287Б. Да у них тут прям настоящая лаборатория. Это ж там говорили, все, кто спускается в подвал, наверх уже не возвращаются. А, блин, поджарился отец, конечно, это странно все-таки. Пока не очень страшно, но я думаю, все еще впереди.
это, знаете, мне что напоминает? Игру Mirror's Edge, да? Или как? Да, как-то так она называлась. Да, типа выход, но тебе, блин, тебе не светит. Он спецназ даже отсюда вход нашел, но не помогло им. Блин, я не знаю. Туда, аль не туда, вот в чем вопрос. В эту комнату или прямо? Блин, сраная музыка, перестань, перестань это делать, перестань. Выход. Ну нахер. Не сюда, не сюда. А куда? Бежать больше некуда, да? Ты думаешь некуда? Я сейчас встану, бля. Правильно, верните, пизди его, пизди, пизди. А, сейчас мы узнаем, как они взрываются. Бухи нету. Действие призрака одноразовое, короче. Значит, так встретил ты свою смерть, разорванный изнутри в клочья, глядя, как твой мозг стекает по бетонной стене, из одного ада тебе сбежать удалось, Крис Уокер. Надеюсь, ты не угодил в какой-то другой. Вопрос, кто такой Крис Уокер? А есть какая-то цель? Найдите другой выход. О, это сокращает мои поиски. Найдите другой выход, окей. Хопа, как Фейт. Раз и прыгнул. Хопа. Нажмите Shift, чтобы кувыркнуться. И тогда вы, типа, у вас жизни не отберутся. Какие изменения произошли с прошлого моего визита в эту комнату? Что, и следующая открыта? Нет, не открыта. Охуеть. Это тот чувак, которому 94 года, или сколько я там считал? Выдумал такое. Так, пока он там нам втирает, я наушники на зарядку поставлю. Stop him to murder Billy.
taken off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. Нахер мне твой Белив срался? Окей. Главная лаборатория. Убить Билли, нехер делать. Ну, Билли, сука, иди сюда. Погодите, это душ? Это не толчки, это душ. Убейте Билли, блядь. Легко сказать. Когда же я открою дверь, а там зомбарь будет какой-нибудь, а? Бейте Билли, блин. Мать тебя за ногу, Билли, блин. Кафетерия. А Билли это призрак, я так понял, да? То есть, чувак, Билли это призрак? Точно. Видели, как я борзо двери открываю, а? Типа страх потерял. Мать-перемать, а как его убить? Ты старпер, блин. Столетний, не хотел бы мне подсказать, как Билли увольнуть-то? И почему у вас батареек здесь нигде нет? Типа светло? Слишком светло? А, Билли! Билли, что в этих морозилках хранилось? Чё, такая странная комната? Просто зашел, посмотрел и все, и больше ничего тут нету. Даже залезть сюда нельзя. Тоже мне не нычка, а фигня. Это я такой борзый, потому что светло. А, ну ведь это ненадолго, верно? Блять, Билли, нахуй пошел. Как насчет пройти в двери? Билли, мудила, больно меня трахнул. Прости, Билли, но мы обходим тебя. Билли, я не знаю, куда идти, задрал, иди в жопу. Воу, Билли. Сука, больно, нах. Билли, ты охерел? Нет, Билли, я не хочу умирать. Билли, тут нет дверей. Блядь, Билли, ну ёпта. Ой, сейчас как рванет. Такое она выдумывали. Какие-то призраки, блин, сраные. Так. Просто найдите Билли. Ну, допустим, мы найдем его, допустим. Что дальше? Мне от этого что, легче станет? Ну, найду я его, и что, блин? Допустим, я его нашел, допустим, и чё, куда от него шкериться, прятаться, сидеть в вентиляции, что с ним, сука, делать-то? Во-во, Билли злой, нах. Прости, Билли, я тебя... Бля, тебя через камеру видно. Чё ж ты раньше не сказал-то? Ах ты ж, пидор. Ах ты ж, Билли, негодяй.
А хер тебе, блядь, хер багровый. Опа. Да не ссы ты, он слепой, он тебя не увидит. Может быть, увидит. Ух ты, блядь, он уже тут. Сука, били, а двери открывать тебя не учили? Нифига себе, коцнул больно. Блядь, били, а тут дверь закрыта. Да-да, заныкайся, сука. Бойся меня. Враг мой, бойся меня. Друг мой. Не отрекайся от меня, или что там? Ну и что, куда идти, я не пойму. Били-били. Ну ладно, допустим, я спрыгиваю вниз, и чё, легче мне от этого становится? Что он там охраняет, этот говнюк, а? О, ты такой злой. Вот знаешь, Билли, ты плохо поступаешь с Николаем. Понятно, значит, надо таки идти туда, где он там, сука, шкерится. А что там такого? Интересно, блин. Ну, допустим, он меня видит, я бегу, там выпрыгиваю, потом бегу туда. А тут куда? Вау, Билли. Оу, та-та-та-та-та-та-та. Смотри, у меня нычка, а ты не можешь ее победить, а? Говно, говно. Билли, ты говно. Сука, Билли, я не пойму, что делать-то. Вау. Ах ты ж, сучка. Ты меня ударил, Билли, блядь. Ну, давай. Опа. Опа, Билли. Так, тут тупик. Опа. Может, налево? Хуйте. И такая музыка. Тудух. Сука, Билли, почему я не могу понять, куда идти? Больно, нах. Ой, я застрял. Прости, Билли. Ну, нахуй. Билли, я тебя вижу. Еще один удар, и я труп, да? Обидно, Билли. У меня есть подозрение, что это не Билли. Какой-то пидорас. Так, допустим, где-то классная комната, с которой я могу вот так вот типа наябывать. Нет, это не оно. Погодите, где оно было? Такое славное, блин, место. Нет, это тоже не оно. Погодите, где оно было? А, ну он там дальше.
Пойдите, оно там дальше, что ли? Билли, слышь, где то место? Воу, Билли, Билли Пикатили. О, ты меня укусил, да? Укусил, сука. А что ты мне сделаешь? Я не ссу, я вообще тебя не боюсь, блядь. Только так и не въебу, куда бежать. А чё, сука? Давай, Билли, блядь. Да сколько толчков? Опа-опа. Типа Билли меня пизданул, так, а мы типа его игнорим. Сука, это не то место. Блядь, Билли. Это не то место. Главный герой, перестань так хекать, ты меня пугаешь. Ох ты ж, сука. Билли нас обошел, ты видел? Я запутался, Билли, куда? А, в ту дверь, наверное. А тут куда? Бля, я вижу твою тень, Билли. Не шорхай за мной, падла. Почему я называю Билли, непонятно. Лабораторию, блин. Так, ребята, у вас тут батарейки есть? Записка для всего персонала от консультанта ММ-008 Рудольфа Вернике. Не обожествляйте Рой и не позволяйте бреду пациента влиять на ваши собственные убеждения. Всякое разумное существо, порожденное данной технологией, будет настолько превосходить нас, что иллюзия его божественности может показаться вполне обоснованной. Мы всегда всматривались в хаос и называли его Богом. Теперь мы обладаем такой силой, что подобные верования могут нас уничтожить. Не поддавайтесь искушению, не забывайте, что вы ученые. Ребята, я не очень громко говорю, потому что уже 22:52, и у меня все спят. Хотя можно было бы читать это более эмоционально. Так, ну где-то наш братюня Билли. Вау, центр космическими полетами НАСА. Я рад, как я рад. Ух ты, а тут Quake работает? Батареек нет. Я типа за стеклом, типа. Какая херота. А тут что, эмбрионы какие-то? Сборочная установка, камера питания, молекулы исходного вещества. Смутно вспоминаются статьи о нанотехнологии. Читал с монитора невнимательно, возможно, пьяным. Определенно недостаточный запас знаний, чтобы суметь это разрушить. Все вращается вокруг Билли. Найти его, убить, покончить с этим. Ладно, призрак это был не Билли, окей. Призрак это был не Билли, это мне напомнило, кстати, вот это место, знаете, что это мне напомнило? Фильм, как же он назывался? Странные события, да? Stranger Things. Загадочные события, очень странные дела. Включите, блин. То есть ты батарейка, да, чувак, или чё? Можно и меня в такую батарейку посадить. Тут вообще прикольно все. Что это за... А, я полы вижу. Понял. Почему их вижу, непонятно.
Еще мне это, знаете, какой фильм напомнило? С Крисом Хемсвортом. Как там? Старая хижина или что-то в этом духе. Блин, забыл его точное название. Не, хижина в лесу. Вот так оно называлось. И выход есть, и не выход, так здесь закрыто, это хорошо. Батарейки — это плохо. Это значит, что если я получил две батарейки, это значит, что в перспективе будем лазить, говорится, на помоцки. Да, в полнейшей темноте. Блин, а это говняно. В темноте мне не очень хочется лазить. Это что, не понимаю, прям горная порода или это просто снег? Понятно, life support, идем, блин. Support. Support. Выглядит так, как будто после моих действий пропадет электроэнергия. А где же то чмо летающее, призрачное? Призрачное чмо, ты где? Ты в этих резервуарах родилось? Как вообще? Вроде бы, блин, в ужастик начинал играть в психбольнице, а в итоге реально в халфу попал. Ох, чувствую, придется потом побегать. Ох, чувствую, придется побегать. Компухтеры, как туда попасть? Окей, еще батарейки давайте. Батарейки, батарейки, батарейки. Из личных записей доктора Верники. Франкенштейн или современный Прометей? Научитесь, если не из моих наставлений, то на самом моем примере. Как опасно владение знаниями, и сколь человек скромный, счастливее того, кто стремится превзойти собственную природу. Знаете, надо будет почитать Мэри Шелли, Франкенштейн, да? Окей. А она под псевдонимом или как женщина публиковалась? Чтобы отключить и лазить в темноте и против всяких маньяков, окей. Чё-то не похоже, что на этом все закончилось. Ну а где же маньячелы? Твою мать. О, нихера себе, я умею как. Беги, Лола, беги. Ему, конечно, похер на двери, но мы попробуем закрыть. Хуяк. Хуяк. Что тут нажать надо? Класс, класс, класс. Ух ты, блядь, повезло. Поскольку музыка не перестает играть, значит, гамма-сек все еще за мной бежит. Блядь, куда дальше? Да не хочу даже камеру включать. Я знаю, ты за спиной, ты за спиной, ты за спиной, пидорас. Ой, простите, не пидорас, плохое слово я придумал. Нехороший призрак, нехороший. Ёпта, сколько так подниматься. Хорошо, shift он не заканчивается. Кавабанга, сука. Думаю, призраку на это все покакать. Блядь. Блин, а?
Вы, ребята, не удивляйтесь тому, что я иногда замолкаю. Возможно, в этом моменте будет ролик разрезан. Возможно. И что, теперь я должен пройти, блин, назад? Блок поддержки, блин. Класс, 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 тут ничего нет, блин, неужели назад теперь? Паскудство, он меня тут ждет, этот славный доктор. Ай, болит он, под деревом сидит. Я буду бежать, сука, не хочу останавливаться, страшно. Все, можно бегать. Это было нагло с твоей стороны. Поймал. Зато мы быстро спустились. Ну, вперед, блин. Где же эта, сука, херня выключается? Блять, что за... Слышь, призрак, там закрыто. Ты что, неужели сюда? Да ну нахер. Да ну не, не может быть, тут закрыто должно быть. Нет, не закрыто. Да я же был здесь. Чё так непонятное творю, наверное, не сюда все-таки. Блять, куда я попал? Застрял. Хопа, блять. Хопа, не пройти. Хопа, не пройти. Блин, где этот блок находится? Может, тут что-нибудь выдернуть можно? Нет. Здесь тоже нет. Не, ну это все херня, это я не туда бегу. По-моему, я отсюда уже так смачно улепетывал. Не туда я бегу, не туда, не туда, не туда. А, эту штуку я уже нажимал. И выпрыгнуть нельзя. Тихо, били где-то рядом. Оп, 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 хип-хоп. Сейчас будем... Мы типа так... Опа! Блин, я не пойму все-таки, куда бежать-то? Прыгай, блядь. Блин, куда же бежать-то? Что-то где-то не замечаю. Так, нахер. Вот здесь оказалось закрытым, да? Закрытым.
Вот там я нахер навернулся, по-моему. То есть я бегу сюда, навстречу, да? Отсюда я появился только что, упал. Отсюда я упал. Окей, отсюда я упал. Отсюда я упал, понятно. Тут я пробегаю это место. Черт, ну куда идти-то? Здесь на компах ничего сделать нельзя. По крайней мере, на той скорости, на которой я работаю. Сука, Билли, вылезь отсюда. Ой, потом почитаем. О, может и не потом. Психиатрическое исследование мерков. Правила эксплуатации палаты морфогенетического кондиционирования. Ах, вот о чем они говорили. Чтобы избежать причинения пациентам вреда, блок жизнеобеспечения морфогенетического кондиционирования требует ежедневного осмотра всех жизненно важных систем. Система жизнеобеспечения 1. Обогащенный кислородом резервуар жидкости жизни необходимо полностью сливать и замещать на протяжении терапевтического курса. Обратите внимание, что вещество содержит обезболивающий препарат, и перерыв его передачи может причинить пациенту сильную боль, что способно нарушить весь ход эксперимента. Так, электропитание продублировано и обеспечивается генератором. А, надо было это, прочитать эту записку раньше. Надлежащая заправка горючим и проверка состояния должны проводиться ежечасно. Включается бесперебойное питание, обеспечивает его на минимальном уровне до прибытия технического персонала. Окей, надо было об этом пораньше узнать. Главный герой должен был уже давно нахрен все переломать. Новая цель — уходить, легко сказать. Малёха похоромываю. Главное, неизвестно, куда уходить. И сделаем ставку. А вон там открылись ворота, нет или не открылись. То есть это что, конец игры? Я что-то сильно сомневаюсь. Через заставку какую-нибудь включили бы. Давай, будь мужиком, блин. Безликий ты главный герой. Ну не пидорасы, а? Jesus, what is that thing?
И почему у меня такие способности появились? Такая концовка? Окей. То есть я игру прошел за сколько? За 5 присестов, да? Каждый раз играя где-то 1:20. Каждый запуск. Ладно. Завтра попробуем поиграть в DLC. Да, ну концовка, блин. Я не знаю, что сказать вам о концовке, ребята. Теперь я владелец этого комплекса. Нифига себе, игра грузится. Это, блин, на компе с 32 гигами АЗУ и достаточно скоростным SSD. От Samsung. Это что, зависло? Глюк? Что происходит? Escape не помогает. Я не знаю, прощаться, наверное, в этом моменте, ребята. Короче, я вам всем говорю до свидания. Потом проверю, что это у меня такое за глюк. Но с игрой это я еще не прощаюсь. У меня еще куплена DLC. Какая у него длина, я не знаю. За кого мы там играем, я тоже не знаю. Когда там происходят события до этих в игре или после, я тоже ничего не знаю. Но оно у меня есть. Что ж, как бы тут ни было, я вам всем говорю пока-пока. Увидимся в новом ролике.